фарш нужно добавлять обязательно немного белого хлеба. Таким образом котлеты получаются воздушнее. Также я добавляю мой секрет, это сливочное масло. И пропустим фарш еще раз, для того, чтобы кости хорошо перемололись. И фарш перемешался. Фарш практически готов, осталось добавить лук. Мы возьмем половину луковицы. Порежем небольшими секциями. Прибавим скорость, так как лук твердый. Это протолкнет все остатки рыбы и фарша, которые остались внутри. Они сразу же пошли. Добавим перышки одного зеленого лука. И небольшой кусочек хлеба, чтобы это все прошло. Фарш практически готов, осталось его посолить, поперчить, и можно будет формовать котлеты. Мы сделали с вами зачистку рабочей поверхности, поставили плиту, сковородку, фарш наш практически готов, нам осталось его довести до вкуса с солью и перцем, потому что мы будем сейчас с вами жарить котлеты. Соль. Перец перемолотый у меня уже имеется в ступке. Немного добавлю паприки. И нужно все это перемешать. Перемешивайте тщательно, чтобы масло хорошо распространилось. Хлеб будет впитывать излишнюю влагу. И котлеты получатся сочными, пышными и вкусными. Нам нужно добавить один желток, для того, чтобы котлеты хорошо скрепились. Замешиваем, вымешиваем тщательно. Желток будет являться скрепляющим элементом в данном блюде. Почему мы не добавляем белок? Потому что белок даст излишнюю жидкость, и котлеты получатся водянистые. Мне нужно немного муки. Я буду формовать небольшие котлетки. Стараемся делать их одинаковыми, чтобы они равномерно прожаривались. А пока мы формуем котлетки, не забудьте включить духовку на 180 градусов, также вверх-вниз и обдув. Потому что прежде чем подавать котлетки к столу, их нужно будет довести до готовности в духовке. Такова технология приготовления. Мы начинаем их раскладывать по часовой или против часовой стрелки, как вам удобно, чтобы вы не забывали, какой положили первый. Также такие котлетки можно наформовать, обвалять в муке и отправить в заморозку. Потом точно так же их обжариваете на сковородке и доводите в духовке. И у вас есть некий полуфабрикат, который готов, если неожиданно нагрянули гости.